Ну-ка, что привезли? Пирожки сейчас будем кушать. Тут сало. Сало. Сало, а морозилку тут сейчас так не один пирожок я сделаю. Один пирожок мой. Почему это? Сейчас порежем пополам. А, твой все. Хитрый. И там колбаска еще, хлеб черный. Вот, тебе салатницу. О, здорово, салатницы, все, теперь у меня есть салатницы. Вот, сыночек. А это ты мне эту купил? Оля. Да, а чай тебе? Чай этот, как он, я же сказала, мне надо пить. Чай, как и он? Каркаде. Вот. Каркаде, смотрите, опять еще такой чай вообще. Это Алия, да? Нет, это Ольга. Это Ольга. Спасибо, Олечка, вот большое спасибо. Подарок бабушка Настя. Бабушка Аля. О, видел. Стаканы какие, поставь. Смотрите, какие стаканы. Их раскроем, покажем. Это вот Ирине надо передать. Это Ирине надо передать. Ладно, это Ирине. Это Ирине. О, сколько подарков. Ну, каленты смол, кати молта гана, гуйонс, макаму лошти, но пугмес, и гана мады манджа, макаму лошти. Это так ругается голодный муж. Здорово не кормят. Смотрите, Ильяс привез лед с России. Вон там, не знаю, видно, не видно, там прямо лед. Ну, оно уже, конечно, тает вон там. Ну, вот это вот ледышка, вот, смотрите, прям ледышка. Здесь бы ты на эту хуйню столько денег потратил. Такого я и не видел даже. Так, вот колбасочка, а вот и черный хлебушек. Черный хлебушек. Вот чай-то, вот он. А, чай еще, это каркаде, мне сказали, надо каркаде пить чай. Так, а вот он каркаде, мой чай, вот он, каркаде, видите? Ура! Ура! Надолго, мне надолго. Что делать? Вот. Теперь опять Ильяска разговаривает с сынком в коробочке. Я сейчас не выключусь, я начну себя неприличными с ним, блядь. Так, я что покушаю? Я покушаю черный хлеб с колбаской. Больше ничего не хочу. И чаек вся каркаде. Заварила. Вася, знаете, его когда пытаешься с грелки с этой согнать, он так шипит. Да, Вася борется за грелку. Засранец такой. Хочу вам показать вот такие стаканчики. Смотрите, как красота. Это новые родственники у меня. Это как называется? Сватья, да, ведь? Давайте я послали. Вот 6 стаканов. Такая красота. Красота. Это я тут каркаде заварила. Ну вот хочу. Что, могу же я конфетки попробовать? Которые сватья мне прислали.